А еще в Моздоке на фасадах аварийных домов установили информационные таблички. На них указана информация о сроке расселения дома, контактные данные ответственных лиц и ведомств и название программы, по которой в стране улучшают жилищные условия граждан, а именно жилье и городская среда. Такую работу проводят для удобства жителей по поручению главы республики Сергея Миняйло во время прямой линии. В ближайшие 2 года в Моздоке переселят 15 домовладений. На это из федерального, республиканского и местного бюджета выделили 220 миллионов рублей. Жителям предоставлено 2 формы. Это предоставить им новую квартиру в новом строящемся доме или компенсировать им средства, финансовыми средствами.